Всем хай. И сегодня я ем. Ну, короче, всем, наверное, уже пошли в школу. Ну, только у нас в России, в Москве только продлят каникулы до 17 или до 18. Я ем орехи. Сейчас у меня половина первого. Прекрасно. Много. Половина первого. Вообще. У нас на улице огромный мороз настал. Вот сейчас. Ну там, короче, очень-очень-очень-очень холодный мороз. У меня даже, ну, короче, мне было даже чуть-чуть, ну, плоховато там. Был такой мороз, я сегодня гуляла с родителями, типа там очень холодно, там сразу за минуту щеки замерзают, красные становятся и нос красный. Там нужно очень-очень тепло одеваться. И в школе нам передали, что, то есть, что, то есть, все, ну, как сказать, ну, то есть, что в школе передали, что можно не ходить в школу, даже без справки, потому что сейчас очень морозно. Некоторые дети, когда ходят в школу, там им километр идти, то там холодно, по холоду, типа. Вот. И еще есть новость хорошая, но это не точно. Короче, появилось новое модельное агентство. И мама хочет меня туда как бы отправить. Мы уже подумали, если будут... Ну, там будет в месяц, нужно платить 15 тысяч. Поэтому, наверное, не знаю, просто... Ну, не знаю, короче, может быть, я туда и пойду. Но я бы хотела быть маленькой. Маленькой. Я бы была в всяких журналах показана вот это. Ну ладно, ребят, всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Спокойной ночи, доброй ночи. Или у кого-то сейчас день, поэтому всем сейчас. Всем еще доброго дня. Всем пока-пока. Не получился кадр. Пока.